Ребята, всем большой-большой привет, всем огромное спасибо за просмотры, за комментарии. А сейчас мы будем готовить опять про картошечку. Тоже очень простое блюдо, может быть завтрак, может быть обед. Нам понадобится вот такие три картошины, мелкий кубик, чтобы были покрышные. Мелкие-мелкие, это три картошки средних. Надо сыр 100 грамм, 3 луковички мелко, тоже порубленные, и где-то 300 грамм куриного фарша. И еще понадобится 4 яйца. Сейчас эту картошечку на сковородочке, одну картошку, будем жарить до готовности. Не еще просползать, до полуготовности. Просто на масле. Вот смотрим на нашу картошечку. Вот до такого состояния. Пожарить. Посолить только сейчас можно. Вот она. Вылаживаем ее остужаться. И сейчас в этой сковородочке будем жарить лучок и мясо. Вот лучок на подсолнечном масле до вот такого состояния. И сейчас сюда бросаем мясо. Уже такой поджаренный лучок, поджаренный. Вот, ребята, наше мясо. Лучок поджарился. Мы сюда положили фаршик. И сейчас нам надо его пожарить, чтобы водичка ушла. До сухого. На таком среднем огне. Водичка уйдет, все, фарш готов. И будем делать дальше. Так, ребята, продолжаем. Картошечка наша остыла. Били мы сюда 4 на 1, ну, всякий случай 5 яичек. Приправляем яйца. Сухой чеснок, перчик, ну все приправки, что вам нравится. Теперь в эти яйца взбитые отправляем картошечку нашу. Она уже остыла, мы ее сюда. И все перемешиваем. И сейчас возьмем сковородку. Половина будем ложить на дно, и остальное будем вылаживать. Теперь холодную сковородку смазываем подсолнечным маслом. Так, хорошо. Сковородка антипригарная. И сюда сейчас половина этой массы картошечки вылаживаем, половина на дно. Половина картошки. Распределяем. Вот так. Сырок ставим сюда. Так, хорошенько ставим, не жалеем. И теперь сюда вылаживаем весь фаршик, что мы жарили на сыр. Фарш весь. Распределяем его аккуратно. Теперь вот этот фаршик мы тут распределили аккуратно. Чуть-чуть прижмем. Высыпаем остальной сыр сюда. Сыр любой, какой есть. Можно пармезан, можно разный. Моцареллу. И вылаживаем сюда все это остальное.
аккуратненько распределяем. Вот видите, вот так вот. И ставим на медленный, как можно медленнее огонь. И накрываем крышечкой минут на 20. Когда уже все тут затвердеет, лучше перевернем. Ребята, смотрим на нашу красоту. Смотрите, как красиво получилось мясо. Как тортик порезали его. Видите, как отличаются слойчики все. Отлично. Смотрите. Как тортик. Видите, какая красота. И это картошечка. Наша любимая всеми картошечка. Сколько всего с картошки можно приготовить. Море всяких рецептов. А это с мясом так ароматно пахнет. А это сверху, вот которую последнюю, это вообще она прямо сверху кусочками. Готовьте. Всем приятного аппетита. Пока-пока.